Ну а сейчас прямой эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций. Я передаю слово коллегам. Спасибо, Арстан. Уважаемые коллеги, мы начинаем экспертный круглый стол с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Сонымен, қайырлы күн, құрметті әріптестер, қымбатты қонақтар. Қазақстан Республикасы президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Бүгін біз Қазақстандағы қант өнеркәсібінің проблемалары мен перспективалары жайлы сөз қозғаймыз. Әрине, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарына кіретін қант пен тұрақты қамтамасыз ету мемлекетіміздің бас міндеттерінің бірі. Бүгін осы орайда дәл осы тауардың ішкі тұтынуы, өндірілуі, жалпы қантқа қатысты мәселелер мен олардың шешу жолдарын қарастыратын боламыз. Уважаемые участники сегодняшнего круглого стола, я рада сегодня видеть вас в стенах службы центральных коммуникаций. Также приветствую уважаемых наших коллег, журналистов. Мы сегодня пригласили вас, чтобы узнать ваш экспертный взгляд и мнение по поводу проблем и перспектив сахарной отрасли в Казахстане. Безусловно, одной из главных задач государства является стабильное обеспечение сахаром, который входит в социально значимый продовольственный товар. Итак, сегодня у нас в гостях представители Министерства сельского хозяйства, Министерства национальной экономики, КТЖ, Нукпайтерек, также Министерство торговли и интеграции. Более подробно мы познакомим вас со спикерами во время выступлений. Также, кстати, с нами на прямой связи заместитель акима Жетісуской области. Итак, первое слово я бы хотела предоставить директору департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Жоумбаеву Канату Сагиндыковичу. Пожалуйста. Рахмет. Құрметті қонақтар, мен бүгінгі кездесуге қатысушылар. Бүгін біз дөңгелек үстелге жиналған себебіміз осы қан заводтарының проблемалық мәселелерін талқылау үшін, сосын осы жерде қызығушылық білдірген мемлекеттік органдар жиналып жатыр, ассоциациялар, сондықтан атамекен, Қазақ темір жолының өкілдері шақырылды. Негізі қан саласының ағымдағы жағдайын, проблемаларын бүгін осы дөңгелек үстелде талқылауды біздің негізгі мақсатымыз. Как вы все знаете, у нас в Казахстане импортозависимость по сахару очень высокая, то есть страна всего лишь на 40% обеспечена сахаром собственного производства. Из них, если по сырью смотреть, то всего лишь на менее чем на 10% обеспечены отечественным сырьем сахарной свеклой. Вот. То есть 60% сахара практически мы импортируем, из них львиная доля в основном это Россия и Беларусь. В прошлом году те проблемы, которые возникли с поставкой сахара из России ввиду введения запретов на вывоз, на экспорт сахара и лицензирование в Беларуси, как бы обнажили все наши проблемы по продовольственной безопасности именно в части сахара. Когда цена на сахар в магазинах у нас с 400 тенге до 900 тенге поднялась буквально за короткий период. Вот. Поэтому правительством в текущем году был принят комплексный план по развитию сахарной отрасли, который состоит из 33 пунктов. И на сегодняшний день у нас как бы по некоторым пунктам есть вопросы, которые требуют обсуждения, выработки каких-то мер, предложений. Какая работа была проведена до сегодняшнего дня, как бы это тоже хотелось бы отметить. В рамках комплексного плана предусмотрены мероприятия, в частности, допустим, по увеличению пассивных площадей. Планируется, что к 2024 году мы там увеличим пассивные площади до 25 тысяч гектаров. Да? До 25 тысяч гектаров. На сегодняшний день увеличение пассивных площадей под сахарную свеклу на текущий год запланировано с 10,1 тысяч гектаров до 16,1 тысяч гектаров. Вот. Приняты меры по снижению НДС, в частности, допустим, при ввозе сахарного тростника предусмотрено в текущем году обнуление импортной пошлины. Мы сейчас этот вопрос планируем вынести на заседание ЕЭК.
и в рамках утвержденной квоты, то есть мы увеличили квоту на текущий день, нашу заявку до 450 тысяч тонн сахара и сахарного тростника. И в рамках этого мы планируем обнуление импортной пошлины навоз сахарного тростника сырца. Были увеличены нормативы субсидий на сдачу сахарной свеклы на сахарные заводы с 15 до 25 тенге за килограмм, получается. В рамках дорожной карты предусмотрены мероприятия по финансированию сахарных заводов, в части, допустим, по так называемой оборотной схеме, в частности, акиматами областей предусмотрено выделение 25 миллиардов тенге на финансирование сахзаводов по оборотной схеме. Из них уже 14 миллиардов, по нашей информации, на сегодняшний день уже выделено денежных средств. Вот, выделение оставшихся денежных средств будет в ближайшее время осуществляться, то есть это находится на контроле правительства. Вот. Так, хотелось бы еще послушать именно сами сахарные заводы, какие проблемы есть по реализации нашей дорожной карты, какие проблемы есть по финансированию, как изменилась логистика по доставке сахарного сырца с прошлого года. То есть все логистические маршруты, как вы знаете, были нарушены. И как сейчас эта логистика происходит, какие проблемные вопросы есть и какая помощь со стороны государства, государственных органов, ассоциаций нужна. Вот основная цель нашего сегодняшнего совещания. Поэтому, как бы не затягивая мое вступительное слово, я хотел бы сразу предоставить слово, да, председателю ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Наурыз Галиевой Айжана Баканды. Айжана Баканды, добрый день, коллеги. Спасибо за предоставленную возможность встретиться сегодня за таким вот круглым столом, обсудить наши проблемные вопросы. Но с одной стороны, конечно, хорошо, что сахар вышел на первый план и на него стали обращать внимание. С другой стороны, очень грустно, что это, как говорится, пришлось пойти по такому принципу, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И, наверное, если бы не сложилась в прошлом году такая ситуация критическая, которую мы наблюдали, то, может быть, сахарная отрасль до сих пор оставалась бы как в позиции падчерицы у своей мамы. Но если говорить о нашей отрасли, то да, вот как подчеркнул предыдущий спикер, отрасль остается импортозависимой. Прошлый год показал эту картину, что да, действительно, мы импортозависимые. Понятно, что государство делает определенные меры, предпринимает шаги. В частности, в сентябре прошлого года была принята, наконец, утверждена за подписью председателя правительства программа «Комплексный план мероприятий по развитию сахарной отрасли», где были учтены ряд вопросов, в частности, там есть ряд блоков, это обеспечение сырьем, инфраструктурное обеспечение, модернизация, запуск новых мощностей, защита и господдержка производителей сахара и меры по сдерживанию стабилизации цен. Если мы пойдем вот в рамках вот этих вот пунктов, обеспечение сырьем. В соответствии с этим комплексным планом мероприятий мы видим, что увеличение посевных площадей в 2023 году предполагается до 16 700 гектар. Ну, мы будем очень рады, если это состоится, потому что мы наблюдаем картину противоположную. С 2020 года у нас ежегодно сокращаются посевные площади. Если в 2020 году посевная площадь составляла 15 200 гектар, то в 2022 году она составляла всего 9 000 гектар. Это катастрофически маленькие площади, соответственно, мы получили катастрофически маленький урожай. И если мы по нашему оптимистическому прогнозу ожидали 40 тысяч тонн свеклы получить. К сожалению, мы получили пессимистический прогноз, и на сегодняшний день у нас производство сахара из свекловичного сырья составляет 28 600 тонн, что очень мало. Далее, если мы говорим об инфраструктурном обеспечении, то это самое главное – вода. Обеспечение водой, потому что это для южных регионов страны такая архиважная проблема, недостаток воды. И если в Джамбульской области более-менее ситуация еще получше, то в Алматинской области ситуация очень плохая, и если мы не решим вопрос обеспечения водой, то мы не достигнем никогда повышения урожайности сахарной свеклы.
Также к инфраструктурному обеспечению относятся вопросы газообеспечения и подведения железной дороги к заводу «Аксукант». Я хочу отметить, что в 2017 году между Акиматом, тогда Алматинской области, и заводом был подписан меморандум о сотрудничестве, в котором черным по белому было написано о том, что Акимат обязуется обеспечить газом завод. И также было написано, что в 2020-2021 году газ будет проведен на завод. На сегодняшний день мы с вами находимся уже в 2023 году. Газ до сих пор на завод не проведен. Соответственно, это удорожает продукцию, которую производит завод. Ну, что касается железной дороги, там еще даже не подходили к решению этого вопроса. Поэтому у меня очень большая просьба, если здесь есть соответствующие органы, взять, как вы говорите, на карандаш этот вопрос и все-таки довести газ до завода, иначе ситуация отвратительная. Связано это также с тем, что в самый период, когда завод начинает работать, и он нуждается в мазуте, и именно в этот период мазут поднимается в цене, и тот объем, который необходим заводу, завод не получает. То есть, с одной стороны, от нас просят произвести сахар, с другой стороны, нас не обеспечивают ресурсами для производства сахара. Следующий блок вопросов, который был в комплексном плане мероприятия, модернизация и запуск новых мощностей. Значит, заводы, да, мы предполагали, что заводы будут модернизироваться, каждый завод примерно какие-то планы для себя уже составил, и предположительно сумма модернизации, которую закладывают заводы, это 13 миллиардов тенге. Но также мы хотели бы, наверное, чтобы и здесь были какие-то предприняты меры господдержки, в частности, возможно, выделение каких-то льготных кредитов на закуп оборудования, потому что оборудование тоже на как бы, производство сахара очень дорогое. Далее, защита и господдержка производителей сахара, то есть проработка вопроса предоставления финансовых средств на пополнение оборотки, о чем сегодня уже говорили, что был подписан меморандум между сахарными заводами, между СПК и Комитетом торговли 12 октября о стабилизации цен. В рамках этого меморандума предполагалось, что СПК будут выделять средства оборотно для того, чтобы сахарные заводы могли приобрести сырец и произвести из него сахар. Но, к большому сожалению, этот процесс был очень длительным, и самое первое финансирование, если мне не изменяет память, у нас произошло в декабре, хотя меморандум был подписан в октябре месяце, то есть 2,5 месяца мы потеряли. И мы всегда находимся, к сожалению, в ситуации, когда мы пытаемся догнать уходящий поезд. То есть, если бы мы получили деньги раньше, то тогда у нас была бы возможность купить более дешевый сырец, чем мы имеем на текущий момент. Ну, худо-бедно мы как бы деньги получили, опять же, не все. Есть ряд регионов, которые до сих пор не перечислили деньги. Я даже могу их назвать. Это СПК Каспий, СПК Алматы, СПК Абай, СПК Шымкент, СПК Туркестан и Восточно-Казахстанская область. Часть этих СПК договоры подписали. С какими-то СПК договор так и не подписан. И вопрос финансирования остается открытым. Следующий вопрос – это меры по сдерживанию стабилизации цен. В рамках этого направления предполагалось, что будут приняты правила по установлению минимальных цен. Этот момент также был прописан в меморандуме, и также в меморандуме была такая оговорка, что меморандум вступает в силу после принятия утверждения минимальных отпускных цен. Правила эти сейчас находятся на обсуждении. И опять же мы находимся в состоянии догоняющих. То есть если бы мы эти правила приняли в октябре, в сентябре, то на сегодняшний день ситуация была бы, опять же, лучше, и нам бы не пришлось конкурировать с российским сахаром, который сейчас продается в Казахстане по цене 360 тенге. Тогда как себестоимость нашего сахара, она выше, чем продажная цена российского сахара. То есть каким-то образом все равно надо эту проблему решать.
Также вы поднимали вопрос о железнодорожных, скажем, о железной дороге и, в частности, обеспечение локомотивной тягой, обеспечение вагонами. Мы в прошлом году буквально все лето воевали с КТЖ, потому что приходилось работать в таком, знаете, режиме, постоянные звонки и постоянные просьбы пропустить наши вагоны, которые оказались либо где-то на тупике, где-то брошены и так далее. То есть постоянно приходилось вот эти вопросы решать с телефоном в руках, как говорится. И осенью мы столкнулись с проблемой, что либо нет локомотивной тяги, либо недостаток вагонов. То есть вот этот вопрос тоже хотелось бы, чтобы помогли нам решить. Вот. Ну, если я что-то не сказала, наверное, мои коллеги продолжат. Пожалуйста, коллеги. Спасибо большое. Вот вы упомянули о... Вот, да? Также об... Вы смотрели брифинг службы центральных коммуникаций, а мы продолжаем.